Район ТДЖ, квартира от хозяина с мебелью и техникой в очень уютном жилом комплексе, 200 метров от моря. Меня зовут Юлия, агентство недвижимости «Дом в Мерсине». Рады приветствовать вас. Комплекс состоит из 4 блоков по 11 этажей. Квартира находится на 6 этаже. Напомню, планировка 2+1. От хозяина с мебелью и техникой. Пойдемте смотреть. Давайте начнем с балконов. Площадь их 30 квадратных метров. Здесь они как бы отделены друг от друга. Один примерно 16, другой примерно 12 квадратных метров. При желании вы сможете их застеклить. Облицованы они плиткой. Есть 2 слива воды. И на балконе есть освещение. А сейчас пойдемте смотреть кухню-гостиную. Из балкона проходим в кухню-гостиную. Здесь огромная кухня-гостиная, 60 квадратных метров. С левой стороны у нас кухня. Выполнена она в белом современном дизайне. Все очень красиво. Столешница из натурального акрила, но она нисколько не портит вид. Наоборот, все очень красиво и современно. Из техники здесь у нас есть газовая плита с духовкой, посудомоечная машинка, стиральная машинка и холодильник. Все в очень хорошем состоянии, поэтому это отлично. Сейчас давайте посмотрим гостиную. Она у нас отделена декоративной стенкой. Посмотрите, как все красиво сделано, со вкусом, современно. Очень интересная краска в этой квартире. Вообще, хочу сказать, что таких квартир очень мало осталось. Это старый дом, большая площадь. Здесь у нас хозяин сделал ремонт, остались только полы. Вы можете положить ламинат, либо можете сделать хороший качественный паркет. Также вы можете сделать теплые полы, либо просто найти красивую плитку к дизайну этой квартиры. Давайте посмотрим стены. Они сделаны в очень интересном стиле, светло-серого цвета. Сейчас мы вам покажем их поближе. Также есть элементы зеркала, что тоже увеличивает, еще больше увеличивает эту площадь. И из мебели у нас имеется 2 больших дивана, которые раскладываются, 2 кресла и большой стол со стульями. Все подобрано в одном стиле, поэтому вам уже об этом не нужно будет думать. Ну и давайте пройдем в зону коридора. Хочу обратить внимание, что здесь очень удачная планировка. Все комнаты изолированы, все большой площади, и здесь можно развернуться. Сейчас мы в коридоре, площадь его 4 квадратных метра. Также отделан в том же тоне, как и кухня, гостиная и остальные комнаты. Хорошая, добротная железная дверь. С правой стороны у нас есть элемент тумбочки, куда вы можете еще дополнить зеркалом или что-то еще из аксессуаров повесить. В общем, коридор у нас большой, просторный, и здесь уже можно его декорировать далее. И далее проходим в зону спален и коридоров. Здесь у нас коридор продолжается. Обратим внимание на декоративную отделку стен. Также в коридоре имеется декоративное зеркало. И посмотрим сначала детскую, либо гостиную комнату. Площадь ее 20 квадратных метров, правильной прямоугольной формы. Здесь у нас имеется небольшой диванчик, который раскладывается, спальное место. Также есть кресло и небольшой шкафчик, куда вы сможете сложить книжки, либо какие-то декоративные свои аксессуары. Также в этой комнате есть выход на балкон, причем на этот балкон выход есть и из родительской спальни. И еще самый главный момент, с этого балкона прекрасно видно набережную и море. А сейчас давайте пройдем, посмотрим родительскую спальню. Перед тем, как посмотреть родительскую спальню, зайдем в общий санузел. Площадь его 10 квадратных метров.
Здесь уже установлена душевая кабинка, есть вывод под проточный водонагреватель, установлен унитаз, есть шкафчик с зеркалом, умывальник и еще отдельный шкаф для белья. И проходим в спальню родителей, она достаточно просторная, площадь ее примерно 20 квадратных метров. Здесь у нас есть выход на балкон, с которого вы можете любоваться на море. У нас уже закат, прекрасная погода. Сегодня мы представляли вашему вниманию квартиру 2+1 с мебелью и техникой от хозяина. Не совсем в новом жилом комплексе, но очень красивым, уютным и совсем недалеко от набережной ТЖ. Всех, кого заинтересовало данное предложение, звоните, пожалуйста, мне на WhatsApp, который всегда указан и в видео, и внизу в инфобоксе. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на наш канал «Дом в Мерсине», отслеживайте нас в Instagram, не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик, смотрите наши прямые эфиры. И до новых встреч, пока!